Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Рисуем, как всегда, легко и просто. Многим нравится гелевая акварель. Я решила показать, как я рисую гель-лаком в этой технике. Набираем на кончик кисти маленькую каплю гель-лака. Ставим точку или делаем галочку. И кончиком кисти начинаем вытягивать краску, растушевывая сначала в одну сторону, а затем в другую. Обратите внимание, как я работаю кистью. Я как бы притаптываю кистью краску и постепенно ухожу на нет. Не забываем, чтобы ваша работа была чистая, после каждого лепестка кисть обязательно надо хорошо вытереть, и только затем набираем краску. Затем тонкой кистью прорисовываем наши лепестки. Стараемся рисовать линии очень тонкие и воздушные. И, конечно же, не забываем про прожилки. Стараемся рисовать их тоненько. Рисуем не ровно, а немножко как бы полукругом. Тогда они будут смотреться, лепестки ваши, как будто вывернуты. И не забываем просушивать каждый слой по 5 секунд. Также ставим основного цвета в серединку точку и снова растушевываем, как бы вытягивая прожилки. В основной цвет добавляем белый гель-лак и с одной стороны высветляем наши лепестки. В серединке ставим белые точки и не забываем дополнительные элементы к нашему дизайну. Рисуем тонкие линии, добавляем листики. После того, как мы нарисовали дизайн, просушиваем его полностью и перекрываем топом. Можно матовым, можно глянцевым. Я перекрыла матовым топом. Вот такой легкий воздушный дизайн у нас получился. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Рада буду вас видеть. С вами была Ирина.